Чё? Еще энергетик. Ведь именно для поиска энергетика я и создал свою рубрику, которая называется Energy Test. Ну а сейчас... Хей, ребят, всем привет, с вами я, Майк Веном, это канал Пиксель, и это 143-й выпуск Energy Test. Погнали! Ну я думал, сегодня поиграем. Блин, у меня же наркоза же нету. Именно для таких случаев я создал свою рубрику, которая называется Energy Test. Но сейчас... Ладно. Я, наверное, так и продолжу. И, как я уже и сказал, сегодня у нас 143-й выпуск Energy Test, в котором проверим Mustang Energy Classic. Тот энергетик, которому я, нет, не буду предвзят. Я буду предвзят к его производителю. United Bottling Group. Российское производство. Город Тюмень. У меня к вам серьезные претензии. Еще 2 года назад я 4-жды у вас пытался заказать Mustang Energy. Вы мне торчите больше 300 рублей. В какой-то момент мне все-таки удалось купить Mustang Energy Classic и Mustang Energy Tropic с интернет-магазина Wildberries. Я надеюсь, что к моменту выхода этого видео в рубрике обзора по ссылке я покажу, потому что, ну, ждать я просто не могу. Дальше вы поймете, в чем дело. Вы мне прислали энергетик. Знаете, сколько у него срок годности? Сколько месяцев назад у него вышел срок годности? Вот, если бы я его еще чуть-чуть хотя бы подержал, через пару недель был бы уже год. Год с истечения срока годности. Вы продаете просрочку. Не на неделю. Я бы вообще ни слова не сказал, если бы на неделю. Потому что, условно, это магазин, в котором я сделал заказ. Они отправили товар с нормальным сроком годности. Они не знают, сколько он будет ехать. И даже если это такая хитрость, то энергетик не тот напиток, который типа, о, все, он испортился, он уже на следующий день невкусный. Нет. То есть недельку, месяц еще ладно. Ребят, год. Я решил, что я буду делать обзор, я буду снимать обзор. Извиняюсь за долгое предисловие, в описании есть тайм-коды, кому не нравится, переключайте. Я решил сделать обзор по одной простой причине. Мне доводилось пить просроченные энергетики. Я пил энергетики, которые просрочены на 3, на 4, на 5, на 6 месяцев. И, скажу так, разницы, ну, буду говорить прямо, я не заметил. Один-единственный раз я пил энергетику, которого был истечен срок годности на 4 месяца, и тогда мне удалось прям сравнить со свеженьким точно таким же. Разницы, если честно, я не почувствовал. Поэтому я думаю, что газированный напиток, то есть энергетик, то есть там вся сплошная химия, мне кажется, что разницы должно быть минимум. Сам факт того, что год, ребят, год. То есть, да, возможно, я бы сейчас оставил себе, и это раритет. Но это если бы это была продажа из рук в руки, а это официальный магазин. Извините, я выговорился. К самому энергетику у меня претензий нет, потому что я читал только положительные отзывы о нем. У меня претензий только к производителю и к продавцу. Большое спасибо за понимание. Ладно, поехали к обзору. Но перед началом я спешу напомнить, что первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. Ребят, буду безумно благодарен каждому, кто задонатит хотя бы рубль, там стоит минимальная сумма. Любому донату я буду очень рад, любой донат бодрит меня лучше любого энергетика. Заранее говорю аригато, а мы приступаем к обзору. И первым у нас идет такой критерий, как реклама. Прямо на фоне вы видите официальный сайт. И, блин, это так удобно оставлять официальный сайт как фон, потому что теперь мне не нужно запариваться на монтаже. Но все-таки, помимо официального сайта, есть запрещенные в России Facebook и Instagram, поэтому мне просто впадло их искать, они такие неудобные, я ненавижу эти социальные сети. А уже есть группа во ВКонтакте, но она уже очень-очень давно не обновляется. И как бы вроде что-то есть, но оно как-то очень слабенько, поэтому я ставлю 5 молний из 10 за критерий реклама. Такая небольшая вставочка. Я не знаю, когда выйдет это видео, потому что я просто говорю, я снимаю заранее выпуски, и они могут выйти хоть через 3 месяца, потому что, ну, у меня четкий график. Чтобы вы понимали, энергетик просрочен до 20... вернее, годен до 27.09.2021. Сегодня, когда я снимаю, 6.08.2022. А как ты думаешь, он будет влиять, когда вот его срок годности на энергичность? На энергичность нет. Нет? Нет, потому что, я говорю, я уже проверял энергосы, у которых истекший срок годности. Вечером и... именно? Да, 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 именно по вечеру. Я сейчас скажу... Флэш я пил с истекшим сроком годности, но это такое себе. Монстр я как-то пил с истекшим сроком годности, и он ни по вкусу, ни по энергетичности вообще не отличался. А, и Red Bull даже. А, ну Red Bull тоже по энергетичности. В общем, монстр я пил, и там нормально. Далее идет такой критерий, как дизайн. Это что, дикий мустанг? Да, напиток обещает нам энергию дикой лошадки. Но это все красивые слова, а теперь давайте рассмотрим это чуть повнимательней. По факту у нас монохромный фон и продетализированная лошадка. Я забыл, как называется такой стиль рисования, но надеюсь, кто-то из вас в комментариях напишет. Сам конь нарисован довольно красиво, но в то же время просто. Золотая полоса наверху тоже добавляет своего шарма, а также стоит отметить красиво подобранный шрифт. Напоминает что-то из фильма про вестерны. Вообще не собираюсь говорить, что дизайн плохой. Он красивый, но средненький по уровню сложности. Поэтому я ставлю заслуженные средние 6 молний из 10. Далее идет такой критерий, как цена, и я его купил на Wildberries.
за 111 рублей за 0,5 литра. Честный 0,5, я очень на это надеюсь. Я заметил то, что он продавался только на Wildberries, на Озоне его не было, но поискав еще немного, я нашел другие интернет-магазины, а также почитал отзывы, за сколько покупали люди этот энергетик, чтобы у меня был какой-то ценовой диапазон, потому что я его без скидки видел только на Wildberries, еще раз скажу это. И самое дешевое, что я смог найти, это 84 рубля. Также какой-то чел писал, что он купил его за 90, но окей, пускай его отзыв повлиял на сегодняшний выпуск, хотя не так уж и сильно. И таким образом за 0,5 у нас ценовой диапазон 84-111 рублей. А теперь удобство данного энергетика, и имеется только один вид тары, это алюминиевая банка объемом 0,5 литра. Или пол-литра. Я надеюсь, тут честный пол-литра. Потому что прям вот в последнее время начал чувствовать, как мне не доливают 50 мл. И оценочка тут 4 молнии из 10. За удобство. А далее у нас идет такой критерий, как состав. Слушай, а ты не можешь мне рэпа зачитать? Вода, сахар, регулятор кислотности или кислота лимонная, натрий ацетат 3 замещенный, натуральный кофеин, натуральный ароматизатор, экстракт женьшеня, ароматизатор, мальтодекстрин, таурин, краситель, сахарный колер А1, витамин, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В6, биотин, подсластитель, цикламат, натрия. Я, аспартам, ацетилсульфан, калия, сахарина, нитрат, консервант, бензоат, натрия. Содержание в 100 мл напитка, пищевая ценность углеводов 6 грамм на 100 мл, энергетическая ценность или калорийность 27 килокалорий или 110 килоджоулей энергии. Кофеина не более 30 мг на 100 мл, а таурина не более 34 мг на 100 мл. По кофеину абсолютно средний энергетик, по таурину намного меньше привычного, но таурина не так сильно влияет. Насчет углеводов, очень надеюсь, что это будет не сладкий наркоз. 6 грамм на 100 мл должно быть прям вот в тему. А так по составу, в принципе, ничего, разве что сахарозаменителей. Куча. Переходим к самому важному типу критериев. И нам придется открыть этот энергетик, чтобы для начала почувствовать запах. Стаканчик у меня тут, Незука, подержи, спасибо. Запах. По запаху это как супер дешевый энергос из бутылочки. Найс. Итак, цвет, газированность. Газированность высокая, отличная, даже несмотря на год просроченности. Пенка прям плотная, пузырьки прям плотно облепили. И тут указан сахарный колер 1. И здесь конкретно я верю, что это именно первый колер. Это такой легкий желто-золотистый цвет. Как будто, знаете, вот что у чего-то кончился срок годности, и оно на солнышке выгорело. Я теперь буду подстёбывать. По запаху... Блин, вот здесь пропадает запах оригинального классического энергоса, и все больше бьет в нос вот запах вот этого сахарозаменителя дешевого. Ладно, пробуем. Сегодня, кстати, энергетик у нас впервые на обзоре, и несмотря на просрок, мы будем проверять его энергетичность. Я хочу верить в то, что несмотря на просрок, энергетичность будет нормальной. Для начала вкус. Итак, мы примерно определились с нашим отзывом, то есть я и закадровый брат. Да как я давно тебя так не называл? Закадровый брат. Да, не помнишь, я тебя в старых выпусках так назвал? Короче, насколько я знаком с темой просроченных энергетиков, кажется, что вкус не сильно изменился. По вкусу это классический энергетик, единственное, что он вот мне показался чересчур сладким для заявленных 6 грамм на 100 мл. Но ладно, проехали. Он кисленький, по вкусу напоминает классический, единственное, что цена, даже если брать по минимуму 84 рубля, это слишком дорого для этого вкуса. Он по вкусу, я вам говорю, как вон те энергосы, которые я брал в бутылочках за 27 рублей, за 33 рубля, вот такие. Вот то там, да, там это нормально. А здесь я как бы не буду снижать именно за эту оценку, то есть цена-качество. Просто странно, что вкус точно такой же, как в энергосе, который в 2, в 3, в 4 раза дешевле. А так, ну типа, классика вообще ни о чем. Именно вот, именно дешевая классика. Из популярных, знаете, это даже не Флэш и не Торнадо, это даже не Драйв Ми. Может быть... И не Бизон. Кстати, что у вас был классический ион, который разгазировали, разбавили водой и заново самостоятельно загазировали. Вот примерно такое это по вкусу. Но не буду говорить, что это прям вот ужасно, супер плохо. Нет, просто пить можно. Нет, пить, да, пить можно, и, то есть я это абсолютно спокойно допью. Единственное, что, блин, есть намного вкуснее. И оценочку оставлю за вкус 6 молний из 10. Я допиваю сейчас напиток, и сегодня ночью или завтра утром встречаемся с вами, я, вернее, встречаюсь с камерой, чтобы сказать итог энергетичности. Ждёмся. Итак, я на старом добром месте, чтобы подвести итоги энергетичности. Время сейчас 1:30 ночи. Я ложусь спать. Я сидел, гонял в Геншин. И сижу такой бодренький вроде, но в какой-то момент начал понимать, что все, нет, я устаю. И спустя пару минут, но после того, как я почувствовал это, я такой, нет, все, я спать. Я беру телефон, снимаю это видео и ложусь спать. Не думаю, в принципе, что срок годности повлиял на результат действия этого энергетика, потому что 30 мг кофеина и 34 таурина. В принципе, такой результат я и ожидал. И оценочку этому энергетику за энергетичность я ставлю 7 молний из 10. Если подводить итоги, то
не заказывать этот энергетик с Wildberries, иначе вам придет просрок. Но на самом деле я не знаю, будет ли новая партия, не будет ли. Не обращайте внимания, я буду иногда заговариваться, потому что уже поздно. Не знаю, будет ли новая партия или нет, потому что вот в момент, когда я снимаю, у новых вот свежих энергосов не было почти полгода. И не знаю вообще, живы они, не живы, будут ли дальше производство, нет. Но как энергос, ну, наверное, вот классику мы немного потеряли, если этот энергос пропал с продажи. Такое вот у меня мнение, что энергос довольно средний, посредственный, можно так сказать. В принципе, на этом все. Если вам понравился обзор, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А я бегу ложиться спать. Всем удачной встречи, всех обнял, приподнял. Люблю, увидимся. Пока!